Вот та самая коллективная ответственность, про которую в том числе тоже говорил Яшин. Значит, мы слышим про коллективную ответственность постоянно. Это ответственность русских за Путина и за войну. Иногда этот тезис звучит в гордом одиночестве. Чаще сопровождается набором других. Русские виноваты в том, что они не свергли Путина, они несут коллективную ответственность за войну. Они генетические империалисты, но они могут исправиться. Для исправления надо жертвовать ВСУ, поддерживать РДК и посещать курсы деколонизации. Значит, я хочу ответственно заявить, что все это не является способом описания объективной действительности. Это пропаганда, это психологическая манипуляция, это способ построения секты. И самое главное – это левая пропаганда. То есть вот та коммунистическая картина мира и те идеи деколонизации, которые были созданы коммунистами, которые были распространены на Западе Вильям Энценбергом, и которые являются абсолютно бонафиде, которых учат в американских университетах, там рассказывают о том, как вот надо деколонизовать Израиль от колонистов, как Манхэттен надо деколонизовать от колонистов. Вот это все, значит, вернулось тоже вместе с грантами в нашу действительность. Мало, мы этот суп уже ели в 30-х годах. Значит, есть, еще раз повторяю, бесполезно рассматривать это как способ описания исторической действительности, потому что это психологическая манипуляция, которая имеет целью заставить вас чувствовать виноватым перед тем человеком, который это говорит. Это способ построения секты. А есть два простых способа это доказать и проверить. Первое. А вот берегитесь концепции, которые не встречаются у историков до века торжества массовой пропаганды. Вот вы можете себе представить, что вы раскрываете Тацита и узнаете, что римляне несут ответственность за то, что пала республика и установилась императорская власть. Или, я не знаю, вы раскрываете Алексиса де Токвиля, и он рассказывает вам, что французы несут коллективную ответственность за террор 1792 года. Что там, вавилоняне отвечают за Навуходоносора и за коллективно за разрушение первого храма, кампучийцы за Полпота, китайцы за Мао Цзэдуна. А при том, что я обращаю ваше внимание, что вот, например, кампучийцы, понятно, что когда у вас палками забивают и голодом морят треть населения, то, по крайней мере, другая треть населения в этом принимает активное участие. Или, скажем, особенностью китайского террора, вот у меня довольно много книг об этом сейчас написано, было то, что он не опирался на специальные органы типа НКВД, как в Советском Союзе, а в селе, например, происходило так. Те люди, которым хотелось есть, они палками забивали богатых, они палками забивали тех, кто что-то не то говорит. А, то есть люди сами выполняли роль и доносчиков, и доносчиков, и карательных органов. Все было в одном флаконе. Но, тем не менее, вот я реально не видела ни одной нормальной исторической работы, где рассказывалось, что вот коллективная ответственность китайцев за все это. Но вот на протяжении 2500 лет существования науки и истории этот вопрос просто показался бы историкам бессмысленным, потому что история описывалась как угодно, как поступки конкретного правителя, как смена экономических формаций, промысел Божий. Но вот точно не у Тацита, не у Фруассера вы не найдете концепции о том, что коллективная ответственность римляне несут за походы Цезаря в Галлию. А вы будете смеяться, они даже не пишут о коллективной ответственности там Афинского народного собрания, которое во время Пелопоннесской войны постановило предавать смерти всех мужчин захваченных городов, хотя, строго говоря, на этот раз разрешение действительно, решение это действительно принял народ. И искать это объяснение в историческом труде, хоть сколько-нибудь претендующим на объективность, так же бессмысленно, как искать в трудах Эйнштейна объяснение, почему люди не сваливаются с плоского края Земли. И обсуждать этот тезис. Ну, вот знаете, вот ветхозаветный пророк Амос вам скажет, что город Лахиш был уничтожен из-за того, что жители его не слушались Господа. Вот мы будем... Это, кстати говоря, такая же попытка психологической манипуляции, и люди, которые это слышат, должны чувствовать себя виноватым и Господу слушаться. Но вы будете в серьезном историческом труде сейчас обсуждать, был уничтожен город Лахиш из-за того, что он не слушался голоса Господа. Или будете обсуждать некоторые другие вещи.
Но одно единственное исключение, кстати говоря, есть вот в этой истории с коллективной ответственностью. Была христианская пропаганда, согласно которой евреи несли коллективную ответственность за распятие Христа. Все были виноваты. Собственно, эта концепция лежала в основании погромов, потому что погромщики, они не хотели себя чувствовать просто убийцами и насильниками, они хотели себя чувствовать правыми, священными мстителями. И вот концепция коллективной вины евреев, которые Христа распяли, это чувство им давало. А второй способ, вот как отличить реальную концепцию, реальный исторический инструмент от манипуляции. Очень просто. Мера, которой вы мерите все народы, должна быть одинаковой. Вот дырочки в линеечке, они на одном месте должны быть. Вот перемените название нации и посмотрите, вас не жмет. Ну вот, например, в Украине 100 тысяч украинцев сотрудничало с нацистами и помогли убить 1,5 миллиона евреев. Это как минимум. Там 1,5 миллиона разница. От 1,5 миллиона до 1,9 миллиона. А вот представьте себе заявление. Украинцы несут за это коллективную ответственность. У них погромы в генах. Они громили евреев еще со времен Калиевщины. Или то же самое, скажем, о литовцах. Вот 90% из 2000-го населения литовских евреев были убиты. А почти половина была убита при участии литовских добровольцев. Это называлось... Ипатингазис Бирис, если я не ошибаюсь, вот такие вот отряды самообороны. Вот представьте себе, входит к вам кто-то и говорит, значит, все литовцы виноваты. Ну и классический пример, который, собственно, с которого все и пошло, это белые, коллективная вина белых. Вот представим себе, входит какой-нибудь замечательный очередной афроамериканец и говорит, некоторые белые когда-то владели рабами, некоторые черные когда-то были рабами у белых. Стало быть, белые несут коллективную ответственность за рабство, они должны выплатить репарации даже потомки тех белых, которые никогда не владели рабами, даже потомкам тем черных, которые никогда рабами не были. И вообще они должны извиниться перед черными, потому что они разрушили великую черную культуру, украли все ее изобретения и достижения и заменили ее своей токсичной белой культурной, основанной на подавлении ненависти. Вам дико? Мне тоже. Почему дико? По трем причинам. Ну, во-первых, идея коллективной ответственности в такой ситуации равняет праведника с грешником. Вот, например, 2515 украинцев входит в число праведников народа мира. Это люди, которые помогали спасать евреев. И как только вы вводите коллективную ответственность, оказывается, что тот, кто рисковал жизнью, спасая еврейку на чердаке, виноват точно так же, как тот, кто под руководством штурмфюрера во рву расстреливал еврейских детей. А что, коллективная ответственность? А во-вторых, идея коллективной ответственности – это еще более важная вещь. Имплицитно предполагает, что сам-то ты не такой, что вот ты лучше. Вот если бы я жил во времена Чингисхана, я бы никогда там жителей Бамиана не вырезал. Вот если бы я жил во времена Бабьего Яра, то я бы никогда в этом не участвовал. И вообще мой народ бы никогда такого не делал. Мы эльфы, а они орки. К сожалению, это не так. Мало кто из людей может предсказать, как он будет вести себя в страшных обстоятельствах, под давлением среды, с промытыми мозгами. Читайте книгу, по-моему, господина Брауна о отрядах, вспомогательных отрядах СС. А в-третьих, идея коллективной ответственности, тут я благодарна Екатерине Шульман, противоречит, собственно, всей развитии европейской цивилизации. Потому что а европейская цивилизация развивалась именно в направлении защиты индивидуума. Она внедряла идею индивидуальной ответственности за поступки. В этом смысле, конечно, вот все эти теории деколонизации и теории белой вины, принятые в американских университетах, они представляют абсолютный интеллектуальный регресс. Ну да, вот в X веке в Исландии в порядке кровной мести можно было сына замочить за то, что сделал отец, но больше этого невозможно. А тут предполагается даже, что не сын отвечает за отца, а вообще там все отвечают за всех. И предполагалось, что в рамках индивидуальной ответственности, что ты как-то властен над обстоятельствами, а тут ведь получается, что ты никак не властен. Вот 250 лет назад, если ты украинец, твой предок, и даже не твой предок, а просто кто-то из украинцев во время Калиевщины устроил погром, ну, все, ты уже генетический погромщик. То есть, еще раз, идея коллективной ответственности – это нацизм в чистом виде, но нацизм наоборот. Потому что обычный нацизм – это когда вы прямо говорите, что какая-то нация, ну, допустим, евреи или славяне – это недочеловеки.
Ну вот вы родились в этой нации или в этой расе, все, кожа у вас какая-то, допустим, черная, или глаза какие-нибудь у вас раскосые, все, из списков человечества вас можно вычеркивать, никакой надежды для вас нет, вот хоть выше головы прыгните, вы все равно не до человек шахом. И это, конечно, одна из самых омерзительных и страшных идей в истории человечества. Хруст костей от нее слышу, запах свернувшейся крови от нее исходит. Но современный нацизм, он выглядит по-другому. Это нацизм розовых пони, белых пальто, сферических коней в вакууме и, конечно, грантов на деколонизацию. А он, например, спрашивает, почему вы не свергли Путина? Или почему вы, еврейские колонизаторы, не можете договориться с палестинцами? Ну, это опять же по умолчанию предполагает, что вот тот уж говорящий-то с его полом генов, он бы точно сверг Путина и с палестинцами нашел бы общий язык, самовыпилился бы смиренно. А это вот прогрессоры нам говорят, которые находятся на высшей ступени развития человечества, и с понятным чувством морального превосходства они поглядывают на соседний с ними Арканар. Раньше нацисты говорили, вы недочеловеки, а про целую расу или народ. А теперь нацисты говорят, вы недочеловеки, потому что вы не. И дальше следует какой-нибудь безумный тык, вы не долетели до Марса, не договорились с палестинцами, не свергли Путина. Значит, при этом этот тейк одновременно предполагает, что тот, кто его изрекает, вот уж он-то бы до Марса долетел, он бы Дендербаны достиг, он-то бы вечный двигатель изобрел, он светлый эльф. А стать эльфом оказывается очень легко, надо просто сказать, что все остальные орки. Еще раз, это не способ описания действительности, это психологическая манипуляция, причем это крайне левый дискурс. Он должен поставить объект манипуляции в положение злокачественной психической зависимости. Я грешник, я согрешил. Святой отец, как мне исправиться? И хотя, вот, как я уже сказала, манипуляции про коллективную ответственность в истории не было, вот не считая истории про ответственность евреев, которые распяли Христа, другие попытки подобных манипуляций были очень многочисленны. Я уже говорила про ветхозаветных пророков, которые объясняли, что вот раз вы недостаточно молились Господу, вот вас Бог и покарал. Или вот христианская церковь, она любила объявлять грехом плотскую связь. Всякую. Не говоря уже о внебрачном. Это тоже шах и мат, но с такими вводными каждый человек, который на земле живет, становится грешником. А уж если он гей или там обзавелся внебрачной любовницей, все, пиши пропало, его ждет адский огонь, но этот огонь можно избегнуть, если правильно что? Правильно каяться и жертвовать церкви, купить индульгенцию. И, собственно, так создавалось страшное здание Средневековья, где каждый человек был виноват, потому что грешил. У коммунистов была очень похожая тема. У них каждый буржуа был виноват тем, что он не пролетарий. Тоже это был первородный грех, но смыть его было можно, участвуя в коммунистическом движении или, опять же, жертвуя компартии. Вообще, обратите внимание, что все секты такого рода, которые заставляют чувствовать себя грешником, немедленно тут же предлагают и выход. Помоги нам, пожертвуй на тех, кто объясняет тебе, что ты грешник, чтобы они могли объяснить это еще большему количеству людей. А когда коммунизм немножечко подпротух, значит, соответственно, вот новые две разновидности этой левой идеологии выглядят так. Во-первых, каждый предприниматель, а теперь уже и человек, грешит тем, что он разогревает планету, выбрасывает в воздух СО2. Тоже можно смыть этот грех, если поддержишь донатом святую Грету Тунберг. И, кроме того, как я уже сказала, каждый белый виноват в том, что он белый, он построил белый патриархальный сексизм, вот эту ужасную капиталистскую цивилизацию Ньютонов, Гейзенбергов, Вашингтонов. При этом уничтожил нам, рассказывают очень часто, замечательную, основанную на любви и равенстве цивилизацию черных людей, которые нам серьезно иногда рассказывают, что открыли Америку, да-да, вы не знали. Ну да, может быть, это преувеличение, но вот это простим же им, они же жертвы, они же угнетенные. Там периодически заходишь в Твиттер, видишь удивительные, просто удивительные тейки о том, как, оказывается, черные изобрели все изобретения, а белые их у них украли. Музыку изобрели, опять же, белые у них украли. Вот белый человек, он дефектный по определению, генетический угнетатель и институциональный расист. Причем никаких способов перестать быть расистом ему нет. Если он говорит, что он не расист, он находится в состоянии denial, отрицания. Ну, есть только один путь к спасению. Правильно, донатить на БЛМ, посещать курсы деколонизаторов. Вам, конечно, будут в лицо плевать из-за там, тысячелетнего угнетения. Но при этом вы потом получите бумажку. Бумажка от курсов деколонизаторов позволит вам сделать в вашей компании карьеру по линии ДЭИ. Еще раз,
Это никакое не описание исторической действительности. Это психологическая манипуляция, это построение секты. Во главе сект, как всегда, находится ничтожество, которые не могут создать семя с помощью положительного созидания. Соответственно, они повышают свой статус и собирают деньги за счет внушения окружающим ложного чувства вины. Это новый вид расизма и нацизма. И вот история коллективной ответственности русских – это просто перевод худших образцов БЛМ на русский. А еще раз напоминаю, что вот как и во всех описанных выше сектах, за психологической манипуляцией у коллективной ответственности всегда следует следующий ход. Немедленно жертвуйте на ВСО, посещайте курсы по деимпериализации и так далее. Не хотите, но значит вы за Путина. Еще раз, коллективная ответственность – это манипулятивный прием, используется в век технологии массового обмывания для построения квазисект. Это способ сделать вас виноватыми, зависимо от руководства секты. Просто перестаньте оправдываться, перестаньте искать логические аргументы. Вот они вам не помогут. Еще ни одному еврею не удалось оправдаться в том, что он не распинал Христа или в том, что он не колонизовал Палестину. Ну, а самим национал-деколонизаторам я, конечно, должна сказать следующее, что, не будучи сторонником культурной революции, которую проповедуют, как правило, завистливые инхунвибины, которые сами ничего не создают, но требуют всех, кто может создать, сбросить с парохода современности. Но вот я очень люблю максимум, что каждого надо судить по его же мерке. В частности, там, проблема ФБК с Железняком заключается не в том, что они взяли деньги от не очень хороших людей, а в том, что они всех остальных таких же нехороших людей называли предателями, олигархами и людьми, которые предали будущее России в 90-х годах. А вот деколонизаторы требуют деколонизации Российской империи, но современная Украина, ну, как бы надо начинать с себя. Современная Украина является одной из наследниц этой страшной, согласно деколонизаторам империи. Я так считаю, что она является совершенно замечательной страной, полной замечательных людей, которая действительно принимала созидательное участие в созидании этой империи, и представители которой находились в числе людей, которые этой империей управляли, и были даже там overrepresented, что как раз очень хорошо было для империи, потому что это была более западная, более развитая часть. Но вот вы считаете, что значит, вот Украина бесспорно возникла в результате жизнедеятельности этой империи, соответственно, можно начать с себя, можно вернуть Польше те земли, которые были отторгнуты от нее в результате сталинского СВО 1939 года. Закарпатье можно вернуть Венгрии, Бессарабию, Молдовию. Землю юго-востока Украины можно вернуть наследникам Золотой Орды, потому что вот если вы посмотрите на карту где-нибудь в веке в 16-м, то, конечно, никакой Украины на этих землях нет. Там есть Золотая Орда. Кто ее историческая наследница? Вы утверждаете, что Россия. Ну, вот и возвращайте. А вот после этого те земли исторической Украины, которые в 1654 году объединились на Переславской Раде с будущими московскими коварными деколонизаторами, то есть территорию Польского, Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств, можете деколонизировать до Морковкина заговения. Деколонизатором деколонизаторова.